Мы продолжаем следить за авиакатастрофой в Индонезии. К этому времени у побережья острова Ява спасатели нашли тела 6 пассажиров разбившегося индонезийского Боинга. Обнаружены личные вещи, а также взорвавшийся топливный бак. Причина крушения неизвестна. Черные ящики рассчитывают найти с помощью сонарного сканера. Напомню, на борту находились 189 человек. Известно, что лайнером управляли опытные авиаторы. Это авиакатастрофа, крупнейшая в истории Индонезии по числу жертв.